Приветствую, друзья! Сегодня вашему вниманию хочу показать такой профессиональный радиоприемник Grundig. Это у нас моделька RR640 Professional Grundig Stereo. Так вот выглядит передняя панель у нас. Имеет вот такие вот две защитные дуги. То есть в случае его падения, чтобы ничего не разбивалось. На борту также имеется у нас кассетная дека. Именно у этого аппарата, сейчас я открою вам, продемонстрирую, так. У него, она как будто слетает отсюда с креплений, тут не особо видно. Ну, то есть, в общем, если закрывать просто вверх давить, она тут упирается. Просто чуть-чуть пальцем вниз придерживайте и закрывайте. То есть, как бы, это такое больное место. У них здесь крепление пластиковое, и оно просто соскакивает вверх. Также имеет у нас два микрофона, то есть записывают у нас в стерео режиме. И вот можете просмотреть детально шкалу радиоприемника. Так, кстати, очень качественные динамики, звук, ну просто шепчет, аж хочется слушать такое радио. Так, сверху у нас управление кассетами, выбор типа магнитной пленки, потом громкость. Это у нас меняется тон звука. То есть добавляется высокий, либо больше низких. Потом левый, правый канал, баланс и стерео basis. Тут выбирается режим супер стерео. Три режима стерео. Ну, получается стерео, потом три режима стерео, то есть тоже четыре. И моно. Но в режиме супер стерео радио играет просто божественно. Управление кассетной декой и переключение диапазонов. LW, MW, KSV. SW и FM. Антенка у данного аппарата высовывается и может еще поворачиваться, то есть по кругу. Имеет такой поворотный шортнир. У данного аппарата вырван кончик, то есть последнее звено не фиксируется, просто выпадает. То есть, кто разбирается, как правильно собрать антенну, это поправимо. Сверху у аппарата имеется вот такая вот ручка для переноса. Аппарат, кстати, довольно тяжелый. Наверное, килограмм 5, 4-5. С правой стороны у нас регулировка радио. И с левой стороны у нас подключение кабеля питания 220 вольт. Так, сзади у нас можно подключать внешнюю антенну. Давайте я так поверну к радио. К окну внешнюю антенну. Вход, скажем так, AUX, то есть магнитофоны, подключение внешних колонок, правая, левая. И, кстати, очень качественно колонки играют, даже если подключать. И ОСК переключатель. Также мы видим его табличку Grundig RR640. Ну и дальше у нас все на немецком языке. Аппарат привезен, естественно, из Германии. И сзади у нас есть отсек для батареек. Сюда мы прячем кабель. Как всегда, вот вы видите, можно использовать такой вот Grundig аккумулятор, тип 476, либо 6 батарейных элементов. Самые крупные эти батарейки. Ну, батарейный отсек не мешало бы почистить. Он чуть-чуть, видно, окиси от старых батареек осталось. Ну, в принципе, мало кто будет его, наверное, уже использовать на батарейках. И что ж, ребята, давайте теперь слушать данный аппарат. Как вы уже знаете, если на радиостанции будет именно музыкальная песня, я буду пропускать, так как ютубом это может все баниться. Так, аппарат у нас включается вот здесь. Это ты еще? Я привозу тем проектор код. Які гроші заплатити інструктору не йшло? Те, що ви, шановні, нам кажете. А все виявляється чому? Тому що жіноче водіння специфічно завдяки міняється тон. Правий канал. І от тому ви, чоловіки, краще орієнтуєтеся в просторі, ну а ми краще запам'ятовуємо. Супер стерео, от буду крутити. Тому ви краще подивіться, моно, як у нас це стерео, один, два, три і супер стерео. То есть слышите, як сразу міняється звук.
рукой. Екземпл при собі. Так, ЛВ. Вряд ли что-то словим, сейчас на этом диапазоне уже практически ничего и нет. МВ. По-моему, одна волна есть. Нет, она СВ. Тоже что интересно. Хотя, может, на улице оно будет и больше ловить, как бы этот диапазон такой через панели не очень хорошо пробивает. Так, сейчас я быстренько сгоняю за кассеты и послушаю. Кассету. Нажатием вот этой кнопки открывается кассетный отсек, пленкой устанавливаем вверх. Вот, просто чуть-чуть и все. Так, и нажимаем play, естественно. Вот вправо, кстати, перемотка чуть-чуть. Это туго работает, либо пасик надо поменять, что скорее всего. То есть play, перемотка в сторону play отлично работает. Ответил неясно. Ты не был в Чикаго, ну и напрасно. Вот и все, не так вот и этого. Ну так вот, ребята. Все, как вы видите, отлично работает. Есть несколько нюансов, но в целом косметика у радиоприемника бомба. В общем, ставим лайки за видос, подписываемся на канал и всего вам лучшего.